мы говорим мужчины и женщины, мы говорим про двух травмированных субъектов, которые нуждаются в том, чтобы справиться с внутренней тревогой, с большим количеством комплексов, всяких разных ожиданий, патологических, неадекватных там, и так далее, вот, чтобы освободиться и очиститься, как электрод очистить от накипи, это социально-культурное восприятие всяких разных предрассудков там, и так далее, и увидеть друг в друге людей, которые способны радовать друг друга в самых разных аспектах – общения, совместных дел, сексуальных отношений там, и так далее. И только в этом случае эти взрослые люди могут построить взрослые отношения, не испытывая боли и страданий. До тех пор, пока и она, и он невротики, значит, их жизнь будет похожа на одище. Кто откажется от того, чтобы кататься как сыр в масле? Вот. Но кто будет готов катать кого угодно бесконечно в масле? После того, как это становится понятно, очевидно, что отношения требуют инвестиций. Они требуют своего вот этого отдавания. Да? Вот. Другое дело, что как мы вот на КТ онлайн и в красной таблетке, как я пишу про эти долги, которые возникают, да? Но вот это очень важная вещь, которая должна перещелкнуть в голове, когда ты понимаешь, что ты не одалживаешь кого-то, когда что-то ему даешь, когда катаешь его в масле. Вот. А ты вот как у экклезиаста, там, вот это, когда идет один, упадет, кто поднимет его. Вот. А когда идет двое, один упадет, другой поднимет его. Ну, это не, я не в долг его помогаю, как бы, я его не облагодетельствую тем, что я его поднял, да? А просто мы идти можем только вдвоем. Я бы действительно начинал с обретения собственной ценности и ощущения того, что вы можете быть полезны другим людям. Как только вы ощущаете, что у вас есть что-то, что вы можете дать другим, у вас появляется предмет обмена в хорошем смысле с другими людьми, и это увеличивает вашу социальность. Дальше это вопрос навыков реконструкции другого человека. Потому что если вы со своими ресурсами пойдете, не зная воду, полезете в броду, то вполне возможно, что ваши ресурсы никому к дьяволу не нужны. Вот. И на самом деле вы стучитесь в закрытую дверь, потому что вы с тем, чем вы обладаете, можете быть интересны для других людей, а не для тех, которые, с которым вы как бы пытаетесь объединиться. Поэтому обязательно надо научиться реконструкции, то, что мы называем. Это понимание того, как устроен другой человек, его мотивов, его интересов там, и так далее. Вот. Навык реконструкции – это интеллектуальный навык. Да? А вот социальный навык – это уже как бы топ-топ-топ. К сожалению, часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда кто-то из партнеров считает, что его вклад в отношения не оценивается. Когда вы спросите у второго партнера, почему же ты не оцениваешь вклад своего, так сказать, любимого человека в ваши отношения, он говорит, почему? Я оцениваю, я очень благодарен. Благодарен, но не говорит об этом. Очень важно научиться говорить о том, что вы чувствуете с точки зрения благодарности, потому что мы любим поговорить по поводу того, что нам не нравится, мы любим высказать свое раздражение, недовольство, дать какую-то негативную характеристику. А вот поблагодарить – это у нас не является таким вот расхожим навыком. Тренируйте этот навык, учитесь говорить приятные вещи близким людям, учитесь подмечать, что они делают хорошее для вас, и всегда поддерживайте это приятными словами. Сообщите ему о своей радости, и он тоже будет рад. Отношения же, когда вы совместно делаете что-то, например, создаете, например, вот как в поход ходит, каждый взял один тушенку, другой – макарошки, третий – кашку, пятый, понимаете, еще чего-то. И они пошли, и потом раз, все набульбенили, получили, называется, макароны по-флотски. Вот. Это и есть отношение. Вы вкладываете.